Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Лобовое ДТП на трассе обычно ведет к жутким последствиям, однако не менее опасны столкновения автомобилей, движущихся в попутном направлении. Более того, таких аварий с летальным исходом большинство. Об этом говорится в отчете компании «Автодор», оператора платных дорог. По ее данным, чаще всего к столкновениям транспортных средств, которые движутся в одном направлении, приводят несоблюдение дистанции, превышение скорости и внезапное перестроение. Трасса 101. В первой половине этого года новые легковые автомобили в России подорожали в среднем на величину от 3 до 7%. Средняя стоимость новой легковушки зафиксировалась в районе 1 миллиона 600 тысяч рублей. Например, модели Hyundai подросли в цене на 5%, Mitsubishi на 3,5%, Toyota на 2-2,5%, Mercedes-Benz на 3-4%. В общем, правы те, кто говорят, если собрался покупать новую машину, то надо брать сейчас. Дешевле они не станут. Трасса 101. В конце весны 2020-го автомобили Toyota стали самыми популярными на вторичном рынке иномарок в нашей стране. Второе место, по данным агентства «Автостат», досталось Kia, третье – Hyundai. Также в первую пятерку попали Nissan и Volkswagen. В целом спрос на подержанные легковушки снизился по сравнению с маем 2019-го почти на треть. Две трети проданных авто с пробегом – иномарки. Трасса 101. Почти половина российских автолюбителей готовы перейти на газ, если государство будет практически полностью субсидировать установку газобаллонного оборудования. Об этом говорят результаты опроса, проведенного изданием «За рулем». Категорически против голубого топлива, считая, что это очень опасно, высказался каждый четвертый респондент. Еще каждый четвертый заявил, что останется верен бензину или дизтопливу при любых обстоятельствах. Трасса 101. В России снова начали продавать несколько моделей Chevrolet. До недавней поры они носили название Ravon, а делают их по-прежнему в Узбекистане. Цены на Chevrolet Spark начинаются от 720 тысяч рублей. Машина оснащается 85-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой. Минимальная стоимость Chevrolet Nexia с 1,5-литровым 105-сильным двигателем без малого 700 тысяч рублей. Кобальт обойдется минимум в 750 тысяч. Мотор у него 1,5-литровый, 106-сильный, трансмиссия, механика либо автомат. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.